Мощное землетрясение, разрушение домов и пожар – все это сценарий масштабных учений МЧС в Бутрихском районе. В мероприятии были задействованы спецтехника и десятки спасателей. Зумруд Гамидова, продолжение темы. Землетрясение в Ботлихе. Интенсивность в эпицентре составляет 7 баллов, а значит, в опасности жизни тысяч жителей села. В результате стихии сильные разрушения получили жилые дома, объекты жилищно-коммунального хозяйства. На энергетических сетях возникли аварии, в жилых секторах очаги пожаров. Спасатели постарались максимально усложнить свою задачу. Экипаж приезжает уже через несколько минут. Пожарные моментально подключают шланги и начинают тушение. Это тренировка всех экстренных служб. Спасатели, врачи, полицейские должны работать как единое целое. Пока медики борются за жизнь условно пострадавших, сотрудники МЧС уже спасают других. В любой ситуации в первую очередь спасают детей. Пострадавшего эвакуировали. Все службы отработали оперативно и слаженно, и поэтому поставленные задачи были выполнены в полном объеме. После тренировки прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности граждан. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ботлихский район.